В России могут ввести наказание для безалаберных автовладельцев. Проект нового кодекса об административных нарушениях предлагает ввести штраф до 3000 рублей за брошенные автомобили. Пока он еще рассматривается, к нам в редакцию обратились жители дома номер 2, корпус 1 на улице Бирюзова и пожаловались на якобы брошенную машину, которая стоит недалеко от их дома. По мнению местных жителей, она создает аварийную ситуацию на дороге. Мешает и некрасиво. И грустные мысли навевает. Металлолом должен быть там, где он должен быть. Все лет стоит. Даже прошлый год там все стояло. Проезжую часть занимает и все. Давно уже пора уже убирать, надо это рухлить отсюда. Ржавеет все, там тут и дети ходят, и все это все мешает. Брошенные транспортные средства – проблема многих городов, в том числе и в Рязани. Годами стоящие на дворовой территории или у дороги бесхозные машины занимают полезную площадь и мешают благоустройству. Положение не регулирует уборку именно транспортных средств. О чем я говорю? Например, если транспортное средство размещается исключительно на территории собственности, на которой не разграничена, то есть она находится в муниципальном пользовании, это территория, территория общего пользования, и транспортное средство как таковым уже не является, то есть у него отсутствует, например, колеса, двигатель, разбитые стекла, мусорную площадку из этого автомобиля сделали, и одно из самых главных условий – это отсутствие государственных номерных знаков, значит, по такому объекту мы можем провести мероприятие и его убрать. Состояние машины становится второстепенным в том случае, если у нее сохраняются госномера. В такой ситуации она остается чьей-то собственностью. Право на ее перемещение есть только у самого владельца. Вывоз автомобиля кем-то посторонним будет считаться изъятием имущества, а оно проводится только по решению суда.